Так, ну что, всем привет, это Saint Radio, с вами Советник, и в гостях у меня Петр и Василий. Привет, пацаны. Привет. Здорово всем. Вот, решили немножко собраться и перед Е3 немного размяться, как говорится, на 32 уровне. Героик Страйк еще мы не проходили, ну, я и Петр, по крайней мере, не знаю. Василий, ты проходил его? Не помню. Шикарно, значит, нет. Вот, втроем мы не проходили. Будем сейчас стараться. Кстати, хотел показать вам пушку новую. Петр сегодня-то ее, походу, выпросил у кого-то, выклинчил. Смотрите, снайперка какая. 35-й арены упала экзотик баунти. Блин, хотел показать, какая снайперка, он грузит тут, блин, запарил. А, ну мы летим. Шикарно показал. Ну ничего страшного, сейчас долетим. С 35-й арены, короче, падают такие жесткие оружия. Ну там что-то надо миссию какую-то брать, да? Там что-то тебе дается там 3 дня, ну, там короче, что-то. Фишка такая, что тебе за босса падает вот это баунти, ты его выбираешь, один из трех там дробовик, вот снайпа и, короче, еще третий это шняга, короче, вот это новый подкласс оружия, который тебе пестик дает. Так, сейчас подожди, вот, я покажу. Из коробки принести какую-то лажу, потом уже в следующий раз, короче, отнести Вариксу, короче. И Варикс забирает ее и там говорит тебе, я тебе типа позову, дружище, там туда-сюда. И прикол в том, что когда ты первый раз Вариксу приносишь эту лажу, короче, там нет ни эксепт, ничего, просто кнопочку А надо нажать, она такая незаметная, короче, очень. Вот. И многие тупят и вообще не видят там ее. И, короче, смысл в том, что приносишь эту лажу, короче, там либо Сайфер, либо Квинс какая-то борода, и он тебя вызывает, меня вот позвал через 3 дня, кого-то через 2 часа, кого-то через неделю, он тебе говорит, соберите типа 1000 очков на арене. Вот. За 28-ю арену дают 75 очков, за 32-ю арену дают 200 очков, за 35-ю 500, ну и за 34-ю я не знаю сколько. Ну там 300, походу. Ну, возможно. То ли 200, то ли 300. Приходишь и опять выбираешь, короче, это оружие, поэтому то, что выбирать в начале, это по сути вообще никого не чешет, можно придумать и так далее. Ну вот падает такая фигня. Ну да, вот слышал, что там что-то, короче, этот самый... там он 3 дня что-то думает, короче, там что-то ля-ля, блин. Херню какую-то вообще, я в шоке там, как будто он сам там вырезает, блин, и сам ее делает. Жесть, конечно, какая-то. Да, долго думает, и вообще могли бы это быстрее намного сделать. Так, ну-ка. Мне, кстати, надо тут страйк пройти, не умирая, блин. Ну, давай попробуем. Слышь, 6-й уровень, в башню ему заряжаю с этой, короче, темы, понял? А ничего ж от 32-го. Как он должен... Все вот эти галимые вообще такие стрёмные. По сути, он должен только посмотреть, что я вытянул вот этот свой пистолет и уже в обморок падать. Ну, по идее, да. Потому что не помню. Сейчас будет. Бабуля? Отлично. Так. Воу-воу, полегче. Держи. Да, нормально так Валера, конечно, сшибает там. Бабуля, мы с тобой, наверное, сейчас попрощаемся. Вы самое слабое звено. До свидания. Покиньте нас. Да-да. О, кстати, мне ж надо еще тем самым под Вексом. Короче, под чем-то мне надо там Precision Damage сделать. Я сейчас квадрат вставлю. Давай, я пока тут сейчас. Есть хайвов под Black Wax Idol, короче, вот это вот. Надо в голову, короче, колбасить их. Сейчас я пойду туда как раз мелких поколбашу. А, из пулемета еще там надо четверых там что-то. Рэпид ли хэви. Да-да. Ну давай хэви доставай, я на себя их агрю. Веду толпу. Воу-воу-воу.
Полегче. Ну, аккуратней. Тут петарды, смотри. Да я вижу, блин, я тут. Че? Так, сейчас. Надо перезарядиться, короче. Так, а ну-ка, оставьте мне этих. А, ладно, не надо. Вот-вот, слева. Да это двое, мне надо четверых. Мало. Я вообще делаю всегда с базуки. С пулемета неудобно. С базуки дал раз, и все, и они все готовы. Опа. Держи. Сейчас тебе что-то в голову прилетит. Отлично. Так, сейчас они там выходить будут, да, по-моему? Да, три волны тут, бабушки. Кстати, опасно. Так, давай. Опасные бабки будут там. Давай сюда. Я сейчас выйду. Да, что-то, конечно, ни о чем. Слышь, ты что еще там не спрыгнул, что ли? Бабуля. Да, ну, короче, не прошел я, не умираю. Да, ну я тебе говорю, мы тебя предупреждали как бы. Не, ну, понятное дело. Ну, это так. Мелочи. Это баунти, у тебя еще будет куча возможностей. Ну там, в принципе, любой страйк можно так пройти. Слышь, ты чеши отсюда. Так. Куда ты побежал? Иди сюда. Так, бабуля, да? Окей, на. Кстати, я думал, что вот у этой снайперки будет скорострельность беспонтовая. Какая жесткая бабушка. Снайпл и все такое. А что, нормально, да, рубит? Казалось, что... Да, как бы она накапливает, и то на то и выходит, в принципе. Туда-сюда, там, стабилити нормальная у нее. Сделали бы они, конечно, лучше, чтобы она была войдовая, как бы, потому что... Patience, считай, на арк, айсбрейкер на солар, а это была бы войдовая, но она тоже арковая. Да, но у тебя сколько в обойме? 6 патронов и с бонусом, короче, на секондаре я ношу 61 всего. Ну, есть разница? В смысле нет, всего? Ну, я имею в виду общую сложность. Не то, что мало, понятно, что много. О, бабушки, короче, вылетели, осторожно. Ой-ой-ой-ой-ой, я чуть не убился. Взял. Неожиданно купол это. Так, хана, короче, бабуля. Держи. Отличные бабки. Отлично. Еще патрончики пойти похавать тут. Бабушки вылечены. Так. А нет, вдруг 55 всего. Да все равно это нормально. Как бы немало, да. За 24 пэшн, 6 в обойме. А тут у тебя 6 в обойме, 50 патронов. Это довольно-таки зергут. О, фашистен. У меня фашистен. Так, интернихт. Ух ты, ух ты. Так, дружище, иди отсюда. Иди. Есть. Так, у меня что, Black Wax Idol ушел, что ли? Ну, достал. 10 минут действует. Да-да. Так, давай, держи, короче, в башню. А еще кто-то живой был, Акина. Так, 2 патрона. Так, ну что, кстати, думаете насчет ближайшего сейчас Е3? Какие игры там майки покажут первыми? Я думаю, начнут с Oculus Rift'а. Мне такое ощущение.
А у них, по-моему, отдельное место, мне кажется, или нет, или они в этом. Может, они его на Windows презентируют там, допустим. Там же будет отдельная презентация компов, допустим, может, он ее там бахнет. Я читал статейку, что будет продаваться даже бандл с гарнитурой, по-моему, и Oculus Rift для коробки. И эксклюзивы коробочные все будут поддерживать Oculus Rift. Но только пока эксклюзивы. Вот именно так. И в видеоролике, там вместе со статьей приложенной, показывали гирю. Гирю под Рифт? А, вообще Gears of War. Да, вот это есть. А в смысле первую, что ли? Ну, какую-то там, да, скорее всего. Так, работаем от камня. Работаем от камня. Отлично. Так, иди сюда. Куда ты там полетел? Слышу. Да ты слышишь, нифига не рубят тут. Ух ты! Нифига меня выкинуло куда-то. Что это было? Блин. От камня отработал, называется. Да, нормально ты так отработал, кстати. Чё-то выкинуло вообще меня, блин, рикошетом. Так, держите. В голову мысль прилетела. Так, а тут мы, короче, так, окей. От камня мы работаем почему? Потому что здесь есть такая фишка, что если тут сейчас всех мелких этих убить, это для тех, кто, допустим, ну не в курсе там. Так, меня если что завалили. Понял. Чтобы он от цепи ушел, и прилетает всего лишь один корабль, и больше ничего не прилетает. Отлично, так все проработано. Очень удобно, я бы даже сказал. Так, он сверху еще, короче, шарится. Подожди, там еще один есть, даже двое. Наверху. Не допрыгнул. Так, сверху сможете его снять? Сейчас попробуем. Так, одного есть. А, похер, давай его, короче, валить. Если что, там потом разберемся. О. Так, а кто там у нас такой? Акелоты сверху мелкие. Красиво. Держи. Так, вот первый и последний корабль. Так. Держи. Ну, нормально, уже полжизни у меня нету. Бабов. Ага, вон так, мелкие бегут. Ой-ой-ой, это ж не было, не делалось. Да. Так, отлично. Так, лови. Ой-ой-ой. Стойте в бабле, он на армор. А у меня только на армор, поэтому я беспонтовый титан, что не рассказать. Так. Блин, а было вместо этого типа взять ганслингера. А что-то это самое. Я поставил еще один сзади. На вепон. Ага. А ну-то хорошо. Да ты гасишься. Давай, умер. Thank you.
Опа. По фастику, как говорится. Ну да. Нормально, да. Так, ну в принципе. Сейчас посмотрим, что нам дадут. Сегодня E3. Из нас, походу, никто еще нормально так и не поспал. Хочется быстрее проснуться и сразу туда. Но время от этого быстрее не идет. К сожалению. Так, сейчас может что вылетит, какое-нибудь экзотическое оружие третьего уровня. Навряд ли. Это так, маленькое. По-моему, единственная физика в двигающейся в этой игре. Ну-ка. О! Шикарно вообще просто. Да, но на этой не совсем радужной ноте для меня. Мы попрощаемся, если что, до скорых встреч. Счастливо. Всем пока.